нашем сердце вложил мечту. Это маленькая часть этой мечты, это строительство школы в горах Кении, в местности, которая называется Внахоси. Это место находится в буквально несколько километров от границы Уганды. И как гласит история этой местности, что веками там никто не умеет читать и писать. На данном этапе где-то около 1000 детей школьного возраста от 4 до 15-16 лет в этой местности находится, у них нет возможности получить образование и нет возможности повлиять серьезно на историю церкви, серьезно повлиять на историю своей страны. Потом мы внутри себя приняли желание такое от Господа, я верю, это желание было, чтобы мы могли в этой местности реализовать проект строительства школы. Вместе со школой мы построим также комьюнити-центр, общественный центр, который будет направлен на то, чтобы обучать взрослых людей. Потому что точно так же среди большого количества взрослого населения, которое находится там, большое количество людей никогда в руках не держали ни одного учебника. Они не умеют читать, писать, складывать элементарных знаний математики. Никто из этих людей не имеет. И естественно, нам придется в этом месте для реализации всех этих проектов точно так же построить скважину для воды, где люди могут в окружающей местности, селения, которые там находятся, они смогут получить качественную питьевую воду, и это будет первая и пока единственная скважина, которая находится в этой местности. Так что мы вас всех ободряем, чтобы вы присоединялись к этому проекту, чтобы вы молились о нас, чтобы вы поддерживали нас финансово в том числе, потому что все эти проекты, они занимают достаточно много финансов, их реализация. И финансы – это один из основных вопросов для того, чтобы такие проекты, они могли стать реальностью.